Среди ключевых рисков для восстановления мировой экономики участники ежегодной сессии МВФ называют геополитическую напряженность. Мы надеемся. Опять пустые надежды. Мы будем осуществлять интервенции. Все, кто в окопах, слушайте. Будьте наготове, смотрите и слушайте. Убейте как можно больше землян. Сдерживайте их, пока они не отступят. Таков наш план. И от войн было меньше. Заключенные Ковчега, у вас осталась одна задача – остаться в живых.